со Стасом знакомы а-ля давно. Обходи. Я маминя, мне все нравится. Интересно, кто это сделал? Ты пошел? Всем доброе утро, у нас воскресенье. Сегодня у нас будет праздничный завтрак. Я готовлю вишенку и вафли. Давно не делала вафли. А у меня есть моя тостница, вафельница, три в одном и что-то еще грильница. Собака, мы уже погуляли целый час, гуляли. Тафочка где-то там со Стасом на улице, а Сетика вот уже ждет, когда я ему еду дам. Но я зову Тафи, потому что не могу им дать по отдельности, иначе это будет неправильно. Надо все вместе им давать. Вот смотрите, бабушка нам принесла два кабачка уже с огорода. Надо будет с ними что-нибудь сделать. Ну, собственно говоря, почему у нас завтрак праздничный? Потому что сегодня мы, так скажем, отмечаем полгода со Стасом. Ну, не отношения, встречаться мы начали чуть позже, а общаться, вот, когда мы списались, так скажем, первый раз, это было 17 января, получается. Вот. А встретились первый раз мы всем 24 января. Ну, историю знакомства я вам чуть попозже расскажу. Я помню, я обещала. Кто помнит, кто читал комментарии, я говорила, что мы там со Стасом знакомы а-ля давно, ну, как бы с 2012-2014 года. Мы с ним ни разу не виделись и списались, получается, только в январе 2021 года, пока я была на карантине, вот, на собственном личном. Как-то списались и так начали общаться, и 24-го, получается, января у нас была первая встреча. Вот. Ну, мы считаем с... То есть не то, что считаем, просто так получилось. У нас как раз ремонт подходит к завершению, то есть и сегодня как бы еще выходное воскресенье, то есть мы решили как бы сегодня, так скажем, отметить это дело. Так. Что там? О, яичница готова. Все, буду, короче, готовить дальше. Завтрак у нас будет на улице. Так что увидимся с вами. Так, муха, ушла. Так как Тафочка не может быть под столом, так у нас нет ступенек, он под столом, но вот здесь. Сэдди у нас тут насобирал яблок и жует вместо шишки. Шишки сказали, хватит есть. Я говорю, иди яблоко ешь. И он пошел через какое-то время, нашел яблоко. Тафи, ну ты красавчик. А Тафочка, он привык, что он всегда у нас под столом. А, я же снимала это уже. Хочу вылез, да, из-под стола. А ты не хочешь яблочко поесть? Яблочко. Так. Пойдем, тебе тоже яблоко там. Рыжок. Опа! Смотри, какие у нас тут яблочки есть. Вот это можно тебе кушать. Не? Ты не хочешь? А я буду. Да у тебя там целый этот. Ты уже и так взял его. Бесконечные шишки. Все, извини, Сэдди. Там еще 1 300 000 таких лежат. Бесконечно падают. Ты куда яблоко дел, Сэдди? Так, мы занимаемся уборкой. Я принесла. Марти, ты уже тут? Марти оценивает. Аккуратненько только ходи. Спокойно. Ходят тут сладкие котики. Где Тафи? Пирожочек. Сырюх, как тебе?
Интересно, как скоро у нас портится от когтей собачьих. Вот в квартире, где мы с Пешей живем, там, в принципе, от застройщика был ламинат, и он до сих пор не поцарапался. Он такой матовый. Это тоже матовый. Так, пойдем. Сади, пойдем. О, нет, так. Надо обойти. Обходи. Прыжок просто. Сейчас скажут, вот, пустили на стройку. Ну да. Садька, пойдем. Сади. Ты ничего не жакаешь. Пойдем. Все. Я тебе показала. Давай. Это останется в тайне, что я тебя сюда пустила. Пойдем. Мы тут убираемся. Ну как тебе, Сидюша? Папочка-то даже ничего не увидел еще. Да ты не залезешь. Ой, ты уже тут. Я ему, короче, показала Сэдди, что мы тут. И Тафи наступил сюда и такой, типа, как мне забраться? Надо было за нами идти, а не мух гонять. Давай, иди к нам. Иди ко мне, мой зайчик. Ну, тут ты точно заберешься. Тут, конечно, по твоему росту, да. Молодец. Но за красивые глазки придется тебе пригласить в дом. Да, кстати, террасу мы хотим потом расширить вот до этого окна, чтобы она была большая и широкая. Ну так, в перспективе, в планах. Ой, не блю, плячешь, моя пулечка. Так, ты так не делай, нельзя так делать, нет. Ну что, Тафи, пёс контроль 2, как тебе? Ой, неплохо, мне нравится. Я манюня, мне все нравится. Ну все, кот нашел коробку. Так, какой интересный домик. Господи, шишки так падают, что пугают котеньку. Это ритуал. Это значит, что ему очень нравится. Он так только после мытья или вкусняшек валяется. Так, ну не скрывай. Я еще не могу выяснить, как ты валяешься. Да, это камин. Да. Тафулец. Уголки наклеили. А потом еще вот на окна тоже сделали. Ну, такие маленькие-маленькие, чтобы у нас просто такие немножко подвыровняли. Там еще нет. Можно сказать, даже незаметно. Там только немножко испачкали. Потому что когда этот штрих-код я снимала, что-то с клеем. Клей остался. Так, а мелкие-то где? Тася, ты должен следить за мелким. Почему ты тут, а мелкий на улице шарахается? Пойдем. Я, конечно, понимаю, что ты не хочешь ходить, но надо мелкого искать. Дождик пошел, Мартюш, заходи. Ты сюда сможешь прыгнуть? Сейчас, вон, заходи. Мартюш.
Где? Быстро, быстро, давай, давай, давай. Марти, такое интересно, кто это сделал? Тут для тебя другие кошечки точили когти. Марти, ты пошел? А ты вернешься? Кот ушел в окно по делам. В окно? Да. В смысле, он спрыгнул с окна? Да. У меня это даже записано. Так, ну что, у нас время на самом деле, знаете, сколько? Мы пришли с ужина, мы всей семьей кушали. И сейчас мы будем... Ну, на самом деле, мы думали, что мы будем без собак, но они так хотели пойти с нами на нашу супер-вечеринку, что мы решили, что мы их возьмем. Так, а мы сейчас...